Трогательные приветы от мытищинских бойцов из зоны СВО – это самые дорогие подарки семьям, которые их любят и ждут. На встрече с матерями и женами мобилизованных в библиотеке имени Кедрина глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, насколько важна постоянная связь с родными. Я очень рада видеть тех, кто впервые. Надеюсь, что наши встречи, они будут полезными. На таких встречах еще узнают и о тех мерах поддержки, которые у нас существуют, они есть. Очень много вопросов, которые на сегодняшний день нужно решить. Бойцы регулярно присылают видеообращения домой. Например, это записал наш земляк, боец 114-й бригады. Передаю привет всем мытищам. Плюс матери, отцу, Диме тоже, братьям, сестрам, Дианка, тебе тоже и Ангелинка. Люблю вас, скучаю, скоро приеду. Такие приветы в преддверии праздника 8 марта особо дороги. И эти цветы тоже согревают весенним теплом и дарят надежду на скорую встречу родных и близких. Мы стараемся, как минимум, несколько раз в месяц такие встречи организовывать, проговаривать те вопросы, которые существуют. С большинством семей мобилизованных и контрактников администрации городского округа установлена постоянная связь. Понятно, что в первую очередь их интересует возможность наладить контакт, направить гуманитарную помощь и быть уверенным, что она пришла к адресату. И все такие пожелания учитываются. Все проблемные вопросы, вплоть до бытовых, решаются в первую очередь. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.